Привет, дорогие мои любимые друзья! Со мной, как всегда, Райан, со мной, как всегда, Рэй. И сегодня мы будем пробовать самые острые крылышки куриные на свете, которые мы когда-либо пробовали. Вот мы сделали, приготовили крылышки, вот эти вот куриные, 6. 3 Рэй и 3 я. И вот здесь у нас самые острые соусы, Рэй. Let's take a look what we got. Вот, ребят, смотрите. Значит, это самый острый на свете соус, как написано. Видите, он не открыт, все запаковано. Дальше у нас идет набор из 3 разных перцев. Здесь перец призрак, перец рипер. Самый острый на свете перец, Каролина Риппер и Скорпион. Это молотые перцы. Show them, Ray. Тоже запакованные все. И последний соус у нас называется Ass Kicking Carolina Reaper. То есть он сделан из Каролины Риппера. Самый острый перец сейчас по рекордам Гиннесса. Самый острый перец. Show them, Ray. По шкале Сковеля этот перец 2,5 миллиона. Хабанера 300 тысяч. То есть вместе со всем этим, самые 3 острые перца, вот этот и самый острый соус, мы где-то будем толкать 3 миллиона. Итак, поехали. Каролина Риппер, самый острый перец на свете на данный момент. Риппер. Ребята, мы никакого монтажа делать не будем. Сейчас мы начали снимать. Никакого монтажа. I'm saying that there'll be no editing. This is it. It's going. There'll be no cuts. Don't try this at home. Ребята, ни в коем случае не пробуйте это дома. Так, это что, ghost? Is it ghost? Yes. Призрак. Призрак перец. Скорпион, Чилис. Скорпион! Перец Скорпион! Второй! На втором месте. Там, по-моему, 1,5 миллиона по шкале Сковеля. О, ребята, ни в коем случае это дома не делайте. И последний, самый острый, Риппер. Caroline Reaper. The hottest pepper on the planet right now. Brofist, what do you think about this shit? Well, I'm glad I'm not wearing yellow. Hi, I'm Ray, and welcome to Jackass. I can smell it. It's in my nose right now. It makes me want to sneeze. Mama, Papa, Debra, я люблю вас. Get the milk ready. Сейчас размешаем. One plate for you. One plate for me. Oh.
You smell it? Well, yeah, I'm trying not to sneeze. It's really bad. One. Two. Three. Miush. One. Two. Three. Остались два. Если кто-то из нас вообще офигенный мужик, после этого еще сможет один съесть, это вообще будет. If one of us after finishing three can go for the fourth, holy crap. Smell it. No. I can already smell it. Yeah, welcome. Smell it. Oh! Yeah. Ребята, кушать будем эти крылышки мы в перчатках, потому что руки просто обожжет. Ну что, you ready? Any last words? Yes. I'm doing this challenge in the name of suicide awareness as 22 US veterans commit suicide every day. I'll support Ray with the same thing. Мы это делаем для чтобы люди понимали, что происходят суициды среди ветеранов, и в год по 20 ветеранов покидают нашу землю самоубийством, и мы как бы за это хотим это принять боль на себя. Ready? As ready as I'll ever be. Oh boy. Here we go. Oh my gosh. Жгёт губы. It's burning lips. I'm feeling it. You can do it? Oh, fuck. That just made it worse. Fuck it. Oh! Go for it, go! You are pouring sweat. Don't touch it. Timer, 5 minutes. Okay, 5 minutes. You want a timer? Yeah. Ready? He drank milk. Теперь нужно просидеть 5 минут. 5 minutes. The milk is not helping. Ice cream? Foam. I need foam! My eyes are burning. I didn't even eat anything. Oh no! Oh my god. I can't slide down. $3.45. Oh, that was too much for me. Too much, dude. It is.
Man. Going through the atmosphere right here. The atmosphere of bed. 2 minutes was too much. The thing is, you can't touch your face with this thing. At this point in time, I don't care. I can't do it. You got 317. И начинает приходить еще больше и больше. Молоко не помогает. The pain is temporary. It will pass. I got some sauce on my neck and it's burning. Oh man, it just keeps coming. Yeah. Wow. He's just sitting eating fucking ice cream. Ребята, реально, весь рот сейчас жгет, губы внутри, прям вот щипит, жгет, горит все. Мороженое помогает чуть-чуть. О май гад, мэн. Брофест. Брофест. Good job, gentlemen. I guess. And just remember, my dedication for this challenge, the pain that some of us go through is temporary. Suicide is permanent. I'll put subtitles for this one. Well said. And I don't just say this for just U.S. veterans, but veterans worldwide. And I am not doing this again! Yet! Ребят, спасибо большое, что вы нас смотрите. It hurts to talk. Мы любим вас. У меня язык горит, губы горят. За вас, ребята, спасибо большое. Я блокау. Ау. Яблок, ау. One more drink for you. Oh, yeah. That'll be good. Silka. Ложка. Ложка. Silka. It's like silka. Silka, вилка. Все, ребята, давайте, до скорого. Пока-пока. Oh my god.